приветствовать вас, дорогие телезрители! Как всегда, в это время синоптические прогнозы на телеканале «Донбасс». Сейчас мы поговорим о погоде на субботу, 19 апреля, в студии Валерия Харабирюш. Начнем? В ближайшие сутки погодная ситуация в Украине не изменится. День будет пасмурным и дождливым. Но не стоит печалиться. Говорят, плохая погода создает хорошие условия для прекрасных мыслей. А сейчас предлагаю узнать, какая именно погода ожидает жителей нашей страны. Ну и, конечно же, поделюсь прогнозами для родного края. Итак, в центральных областях в течение всего дня переменная облачность. Осадков не ожидается. На юге страны сухая погода. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Жителям Западной Украины в ближайшие сутки синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Похожая синоптическая картина сложится и в северных областях. Днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла. Ежегодно в третью субботу апреля в Украине отмечается День окружающей среды. Человек с детства связан с природой. Она обеспечивает нас жильем и пищей, оберегает и поддерживает наше здоровье. Цените природу, наслаждайтесь каждой минутой, проведенной среди ее богатств. Радуга после дождя, теплый ветер, аромат весенних цветов, прекрасный закат, хруст снега и морозная свежесть. Все это маленькие подарки от природы. Именно они делают нашу жизнь здоровой и яркой. Любить природу значит беречь ее. А мы возвращаемся к погоде. Небо на востоке Украины облачное и хмурое. В Харькове и Днепропетровске температура воздуха будет постепенно подниматься от плюс 8 до плюс 14 градусов. В Луганске, Алчевске и Северодонецке мы также сможем наблюдать пасмурную погоду. В течение дня здесь пройдут осадки в виде дождя. Ночью температура не опустится ниже 5 градусов тепла. С 17 по 19 апреля специально к светлому празднику Пасхи в сети киосков «Ключ здоровья» действует акция. При покупке 10 литров артезианской воды получите 5-литровый бутыль в подарок. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону, который видите на экране. Партнер прогноза погоды – торговая марка «Ключ здоровья». Артезианская вода «Ключ здоровья» из Святогорья продлевает жизнь. А сейчас я предлагаю узнать, как сложится синоптическая картина в Донецкой области. В Славянске и Донецке будет пасмурно до самого вечера, но радует то, что без осадков. А в Мариуполе переменная облачность, дождь и гроза. Температура воздуха в нашем регионе колебаться будет в пределах 12-21 градуса. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. В эту субботу всех болельщиков «Шахтера» ждет настоящий праздник. «Шахтер» сыграет свой 100-й матч на Донбасс-арене. Символично, что эта круглая дата припала именно на городское дерби. «Шахтер» принимает на своем поле местный «Металлург». Противостояние двух команд из Донецка обещает быть жарким, ведь горняки ведут ожесточенную борьбу за чемпионство. А «Металлурги», в свою очередь, бросили свои силы на борьбу за попадание в Лигу Европы. Не сомневайтесь, погода будет располагать к футболу. 19 апреля Донбасс-арена. Начало матча в 17:00. Столица Украины малооблачно, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. Таковы прогнозы синоптиков на субботу, 19 апреля. А напоследок хотелось бы напомнить: партнер программы «Термукраина», производитель утеплителя «Тепор». «Тепор» – лучшая защита в жару и холод. После утепления дома плитами «Тепор» сократился расход газа на треть. Теплее зимой и прохладнее летом. Помните, что счастье не находят, его создают. До новых встреч на телеканале «Донбасс».